Так, всем привет, 2 марта. У нас сегодня будет сейчас необычная сборочка. У нас есть ремкомплекты от бренда Акрейсинг. Вот. И сейчас мы будем делать коллаборацию модели Опал и Макс. То есть это одинаковые каркасы, но просто модель Макс у нас в кожзаме, а Опал, они сейчас закончились, это обивка. Вот сейчас мы достанем попу от Опала, поставим ее сюда на табурет и посмотрим. То есть это получается, у нас будет такой гибрид. Под попой у нас будет сидушка от Опала, этот стул мы назовем Опа Макс, да? Как мы его назовем? Опал Макс, Макс Опа. Да ну как не назовем? Тканевый попа. То есть очень сейчас у нас весна шагает по стране. Очень тканевые модели. Очень, просто нету и все. Пользуются спросом. Ну чего у нас? Сможем собрать или это затея? Все нормально, все входит. Ну, каркас, она аналогичнее, что у Опала, что у Макса, оно одно и то же. Вот. Поэтому хотим спросить у подписчиков, если мы сейчас делаем такой гибрид под попу. Зачем? От чего-то, ну. Просто Опалы мы продали все. И у нас есть вот эта попа от Опала. Она как бы, ну, числится у нас. Кому нужно такое кресло? Спинка будет из эко-кожи, а сиденье будет из ткани. Да. Вот. Ну и ценник мы сделаем там, ну, гуманный там 35 тысяч. Ну да, Опа Макс. Да, Опа Макс будет. Опа Макс. 35 тысяч. Мы соберем. Если у вас там 120 плюс вес. Не, ну его, в принципе, и от сотни можно взять. Вот, то есть у вас вместо. От сотни берется 100, да. 100 килограмм, 110, 120. Мы тогда соберем. Соберем. Ну а с вас тогда обещание дать обратную связь при получении. Поэтому 35 тысяч, да, там будет мультиблок, да, у нас что? В комплектации будут две подушки. Ну, это полноценное кресло. Мультиблок будет от Onyx. Это модель 22 года. А с обновленной подушкой уже под голову. Плоская. А да, кстати, уже подушка будет плоская, маленькая. Вот она. Маленькая. Не, но не косточка. Не косточка. Не бабочка, не косточка. И у вас будет просто уникальная, да, кастомизированная. Единственная в России. Да, да. Единственная в России. Если хотите, мы вам там биомаркером автографы свои поставим. Ну и коврик подарим, да, что еще? Еще вот такой коврик бесплатно подарим. Бесплатная доставка. Нет, пока хватит. Так, все, пока. Продолжаем тестировать андесит. Очень много вопросов по нему. Да, андесит. Нормально все это. Да. Не надо приглядываться к швам, и все классно. Так, это будет Петербург, 2 марта. Всех ждем в нашем уютном шоу-руме.